иди сюда, вот в этой чайке. Сегодня необычный поджог, не как обычно. Но в этом тоже что-то есть. Катюня, ребята, оператор, что, локация другая. Я как и говорил, мы таки в гостях. А в гостях у замечательного человека. Армянский одессит или одессит из Армении. Короче, сейчас разберемся, познакомимся. Ёшкин ты кот, Катюня, ты шо? Это то место, где нам сейчас с Маратом. Марат, иди сюда, что ты там, как это, давай. Я наслаждаюсь. Да? Всем шалом. Друзья, всем привет, с вами есть Клип Ван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья, друзьяки. Я уже хотел сразу по-армянски говорить. Барэвздэс, правильно? Правильно. Ай ты шо, елки-палки, мы в гостях. У кого? У Армении? В Одессе? Да. Таки да. Попали как будто в Армению. Да, семья большая, идите сюда, познакомимся. Да. Спасибо огромное за... За гости. Армен. Давно это хотели, давно определялись, но получилось как бы. А как получилось, интересно, вот это вот райское дерево, покажи на весь мир. Мы когда были у Ани в гостях, там были маленькие, я вспомнил за Арменчика, я видел такую красоту. Он мне перезвонил и говорит: Серега, вы еще там готовили хоровац. Вкусно? Но мы вам расскажем, как делать его правильно. Короче, мы приехали, Марат сегодня молчим, тупо слушаем. Да шучу, все будет нормально, приготовим лучше всех. Как я говорю, что любое блюдо, приготовленное в армянском гостеприимстве, правильно? Сразу становится армянским. Их... В карабахском доме, мы карабахские армяне. Братик, извини, да, все как ты любишь. Короче, шо, Марат, Джан, быстренько замаринуем мясо, да? Да. Пожарим овощи под чутким руководством. Вообще, а ну, говори, говори. Хоровац, по-армянски гайкакан хоровац, гайрджан, это в переводе получается, армянский хоровац. Но он есть несколько видов, да, есть мясной, есть овощной. Ага. Мы и то будем, и то делать. Но мы еще дома называем баклажан, не баклажан, а... В Одессе говорят синенькие. Вон сын носу. Давай сейчас заодно язык родненький вспомнишь, да? Как называем дома, как бы. Ну, то есть... Я думаю, с Божьей помощью сегодня все получится. Обязательно получится. Ну что, такие гай-гуй. Ребята, оставайтесь на канале, подписывайтесь, пишите ваши шикарные армянские комментарии, а мы такие для вас вкусно приготовим. Вот тебе на, вот тебе все. Катюня, а? Ты что, снимаешь? Ну, немножко. Снимай. А знаешь, что это за веточки? Я уже услышала. Ну, так я вообще-то к людям обращался. Что ты сказала? Райское яблочко. Вот тебе на. И хоровац будет райский. Мы пока тут костры гоняли, вспомнили, что Армен хотел сказать. Аджаб сандал. Да, аджаб сандал получил. Короче, там манджа по-нашему или край синих и все такое. А я где-то слышала уже это название. Это очень всем известное в мире название, аджаб сандал. Баклажан. Тоже слышала где-то? Ты сегодня блещешь, молочага. У меня прекрасная шея. Чего это, Марат? Хороший чилогач. И кажется, дождь намечается. Смотри, какие люди прекрасные, гостеприимные. И кажется, дождь начинается. Ну, это нормально. Тут козырек недалеко. Слышишь, а что вы стоите такие красивые? Может, чая попьем? Идем. Все, я, конечно, в гостях, но не стесняюсь. Катюня, я буду аж бегом кофеек. Вы можете идти? Давай. А, нет, стой, держи. Марат, благодарочка, ребята, смотри сюда. Опача, а почему? Да потому что. У-ху! Вот это Марат, конечно, сделал сегодня. Обалдеть. Под это блюдо идеально сейчас достанешь. Ты вон такую доску нашел, не знаю, где потом расскажешь, дашь адрес. Ёшкин ты кот. А ну-ка. Как ты по ней так ножом? Ты что? А что мне с ней? Целоваться, что ли? Ёлки-палки. Это не просто доска, это то, что хотел Марат уже давным-давно. С гастроемкостью. Это та штука, куда можно сбрасывать то, что тебе не надо, правильно? Вот хоровац, например. Вот хоровац, например. Вот это да, удивил так удивил. Емкость полоснуть. Обязательно. Вот это да, слышишь, и тазик под рукой. Короче, готовишь, да? Сгреб сюда. Ни жидкости тебе ничего не осталось. Чистота и порядок, да, Марат? Что она полированная, обалдеть. Это, если я не ошибаюсь... Дубук, ясень, тополь, ясень, нет. Ясень. Слышите, ясень. Марат, почти как у нас паркет. Да. Да. Рассвет, Сережка. Слышишь, а я тут только что чуть-чуть что-то не выкинул. Марат,
Тебе еще и смазку передали. А, да? Да. Видишь, а я не знал. А что это? Это чтобы у Маратика усы блестели. Нет, это специально воск покрывать доску. А помнишь, Марат, чтобы она была долговечная? Шо-шо? Марат, тебе тоже такое масло давал? У меня жидкое есть, с Израиля американское, я ей тоже пользуюсь. Ты что, вазелин настоящий? Ох, Сережка, уже горит во всю. Катюня! Вот что делает райское яблоко, да, райские веточки. Ты дома тоже такое хочешь? Пока Армен не слышит, я скажу, ну, конечно, семья. Ну, я так понимаю, что это не семья, прямо аж нация. Это то место, когда мы, бывает, так вечером заезжаем на чаек. И мне аж неудобно. Я понимаю, что не каждая свадьба так происходит, как люди чай пьют. Вот именно гостеприимство, ты что, ну, благодарочка. Так, тут горит, Марат, что у тебя происходит? Катюня, ты постоишь, доска музыкальная, ты понимаешь? У нее Марат, у нее эхо. Шмякаешь, и у нее эхо. Лучок какой-то. Вы маринуете? Шашлычок делаем. Сейчас Армен какой-то секрет еще нам расскажет. А по чутким руководствам, елки-палки. Вообще не, это не на видео. Там, да, там, да, да. Карабах. Не, а я стою. Карабахский секрет. Да, я стою, гадаю, что это, а это оказывается алфавит. Угу. Там вообще 39 букв. Варты, а вот это вот сверху что? Символ Карабаха. Символ Карабаха, да? А это герб? Герб Армении. Герб Армении. Эй, красивый. Что у нас тут есть? Зелени много, короче. А, Владислав. Балтимор. Америка, ты посмотри, Катюня. Он мне звонит, говорит, Липованчик, я тебе кабанера передал. Я говорю, братик, не кабанера, хабанера, короче, Марат. Я в шоке. Я когда-то людям готовил мидии в казанчике. У меня был маленький один такой, я добавил. Ты что, ракушка горела и выпрыгивала? Это, конечно, огонь, благодарность. Потом он весь этот казан сам я и кушал, Марат. Имею желание сегодня хоть лизнуть его. Марат, там и лизнуть, и соснуть, и тебе, и всем хватит, елки-палки. Скажи мне, что мы делаем? Так, ты себе взял лука сколько надо, эти три цибули мы оставляем на хоровац? Да. Ты посмотри, мы вчера на базаре такую охоту устроили. Мы вылавливали именно ты посмотри, Катюня. А? Елки-палки. Картина маслом, да, как ты говоришь? Шикардос. Глаза и нос. Цибуля. Ух ты, родничок, спаржа есть, молодой чесночок. Все, что хочешь. Ты иди покажи. Нет, посмотри, какой лучок бордый. Тот стол, который там накрыт. Ты думаешь, уже пора? Костер горит, да, я сейчас чуть-чуть пошуружу и идем. Марат, а тебе там долго еще? Сейчас. Вот заканчивай, идем аккуратненько чай попьем. Ты обалдеешь. Идем. Ты обалдеешь, что может мне и шашлык не пригодится сегодня. А шикардос папа сам строил? Или знает тех, кто строил, а? Ну нам пригодится, надо не забыть, оператор, ты снимаешь? Снимаю. Ты что с двух сторон, снимайте по полной программе. А ты надо вот взять, так же будет... хочешь? А? Так же хочешь? Ну а что нет? А что много надо для счастья, Марат? Там бахнем у себя вот такая вот маленькая, красивая, дым идет, жар накапливается. Очень все правильно продумано, все двигается, все переставляется, все под казан, под то, под что. Так разные уровни, смотри, выше, ниже, тише, жарче, просто как угодно хочешь. Просто идеально печка. Катюня, нам для счастья много не надо, чтобы была моечка. Угу. Ты что-то хотела сказать? Нет, ничего не сказала. Я просто радуюсь, что ты сказала, что можно буржуйку поставить, поэтому... А, это мы сегодня заезжали на стройку. А она же неугомонная, хочет продырявить наш дом, понимаешь? Ну, куда-нибудь всунуть свою буржуйку в дом. Я говорю, Катюня, ну будет у нас там какая-то печка такая или может быть... Но мы сегодня сошлись, что будет и буржуйка. Когда-нибудь, да. Ну, неважно. Да я не против, главное, чтобы ты была счастлива, елки-палки. Буржуйка так буржуйка, да? Да. Не, они же есть разные. Ей главное, даже бульерьян, как на работе у нас есть. Нет, хорошая. Я хочу с окошечком. Катюша, ты не дослушала. Они есть с окошком. А. Прозрачное окно, ты тупо залипаешь на костер. Ну, бульерьян великовато. Я хочу такую маленькую, вот, знаешь, аккуратненькую, что просто... Чтобы можно было носить с собой? Нет, поставил там. Да будет у тебя все хорошо. Горит, смотришь, сидишь. Эй, Марат, там помидоры завелись уже. Некоторые цветут. Огурчики, каунчик пустил, да, усики. Борщ. Вы мне салат из своих овощей нарежете, вот тогда я к вам. А мы уже клубнику ели со своего огорода. Вот да. Без мини. Там и тебе оставили все нормально. Так, что там? У тебя хватит на всех?
Ой, хватит. Ты же знаешь, как армяне гуляют сейчас. Мы только начинаем, а сейчас уже Армен созванивается, все уже выезжают и едут, и едут, и едут, и едут. Так что, чтобы хватило на всех по-братски. Это что? Это смесь специй для шашлыка. С привоза. К сожалению, не наша, которой мы пользуемся все время, но тоже с привоза. Будем попробовать. Нет, просто мы покупаем все по отдельности и сами все замешиваем. Ну, да. Да, а тут есть проверенные хорошие места, надежные. Ну что, почмякать или ты сам? Почмякай. Давай. Будь так любезен. Ах ты что, ты посолил, все нормально сделал. Какое нежное мясо, его точно надо готовить, Марат. Как Жванецкий говорил. Снизу вверх. Обалдеть. Скажите мне, а это то мясо, которое мы вчера с тобой покупали? Здесь совместная работа. Или Марат сегодня все-таки сходил? И Маратик сегодня на привоз зашел. Пошел за специями, да. Что, возможно, с привоза уйти без кусочка мяса? Он таки нашел. Самое главное, что домашнее, вкусное, приятное на ощущение мяса. Да, я тебе еще приятность добавлю. Давай, добавляй. Чтобы ты себе ни в чем не отказывал, масло это, знаешь. Ты что, золотой, это стакан такой или это масло интересное? Стакан масло красивое, и масло красивое. И виски прекрасные. Ребята, ваше здоровье, Марат, пей за всю Одессу. Это вы на каком языке, Марат? Армянский, да? А вы знаете, да? Серьезно? Я только хотел у Армена поинтересоваться. Как тост там всем известный. Я знаю там слов 20-30. С армянами ты общался. Ну, Баравдзес входит в твою библиотеку? Вонцес еще. А я не знал, что там 39 букв. Теперь будешь знать. Теперь да. А в этом самом... Есть храм один в Иерусалиме, и там на всех языках молитвы, на армянском тоже есть. Ага. Ну ты же говорил, что там армяне в Израиле очень даже... Очень даже. Верующих, да. Скажи мне, а есть место на земле, где нет диаспоры? Везде. В Бельгии тоже там, куда не придешь, какую кафешку не зайдешь, везде. Ай, и везде, брат, ты пришел, я... Хозяин армянин из Израиля, понял? Ага. Как там? А где-то горы, а за ними море. Армения моя. Правильно? Угу. Знаешь, мама. Чего себе, Сережка, у тебя такой репертуар. Люблю сегодня тебя. Да и что ты? Я много музыки слушал. Дай понюхать. А ну понюхай. Руки мои или хочешь прямо туда? Хорошо. Блин, да хорошо, что вот такая столешница хорошая. Печка рядом и руки есть где помыть. Вот это хорошо. А я по привычке все вытираю. Не надо, Марат. Здесь можно и сполоснуть. Ай, костер хороший, королевский, настоящий. Ах, собирайтесь и брюнеты, и блондины. А я ж рыжий, вам будет речь держать, ведь нынче кто-то из армян в мире справляет именины. И вся Одесса и должна про это знать. Парира тач-тач, парирум ярум. Сейчас не идем, мы чай попьем. Все уже, костер горит, мясо маринуется. Хоровац никуда не денется, идем аккуратненько. Армянский вариант. Армянский вариант. Ёлки-палки, а натюрморт какой, или это что-то, пейзаж вообще шикардос. Я тоже принимал участие, только моральное поддерживаю. Ты что? Это немаловажно. А я тебе говорил, что здесь просто чай не пьют, ёлки-палки. Не, ну это начало, есть еще вторая серия всего из туалета. Братик, давай не все сразу, давай потихонечку. Чтоб вы нам были здоровы. Обалдеть, и помидоры по-липовански. Липовански обязательно. Катюня, посмотри. Тем более мы там недавно были. Это, по-моему, кстати, оттуда. А, расскажи в трех словах, ездил же ты Вилково, как? Бомба. Все, одного слова хватило, да? Мы недавно в Италии. Ну, ага. Такая же самая Италия, такое чуть по-другому. Это не, в Италии там все по-борзому, а у нас все по-домашнему, аж уезжать не хочется. Отлично. Шикардос, Дунай, песня. Отлично. Тёмочка, спасибо огромное. Молодец. Ребята, кому надо, все молодец. Ехать в Вилково. Молодец. Вот такой, по-простому, да? По-человечески. По-человечески. Главное то, что в душе. Вот он показал, значит... Как есть, сердце, да. Без пафоса, без... Да, вот. Мне очень понравилось. Все как у нас. И селедка, Марат. Иди, бери свои виски. Садись чай пить. Катюня, сделай паузу, давай чай попьем. Ну что-то как это. Так, давай вот и кофе. Какой кофе? Это все во рты пекла. Посмотри, сколько здесь... Это, я не знаю. Это армянская гата. Ой, это вкусно, я знаю. Это хачапури. А вот о хачапури ты снимала, да. Бартуй, значит, смотри, вы делаете кофе и заносите нам в кабинет, пока там все готовится. Как в этом фильме? Потому что ты не кушал настоящий долма. Эй, Марат, это не про меня уже, я кушал. Сережа.
Там стаканчик пустой. Еще один шарманский вариант. Катюня, пожалуйста, я должен тебе это сделать. Какое сочное, а? Какое, елки-палки, глаза закрываешь, прямо как будто бы ты в винограднике. Ай. Как по-армянски, вах-вах-вах. Вот так и есть. Брат, вах-вах-вах. А женщина, а можно вообще какие? Сюда заходить, скажите мне? Неудобно, все, мы все втроем сидим, а Катя стоит. Ничего страшного. Есть, есть диван-оператор. Мы сейчас отдыхаем. Это очень неудобно. Я себя еще так не чувствовал, как будто бы на приеме, елки-палки. Это получается, мы раз вопрос насчет картины, Морту было 25 лет, ну... Ага. Что-то подаришь, это там, как бы, а это уже запоминаешь, это уже можно передать там внукам, там, и вот там наш армянский художник там. Ребята, да, я даже не знаю, кто красивее. Обалдеть. Да, ну как бы долго я туда ездил, там мы корректировали, ну, слава богу. Ну получилось шикардос. Ты что? Да, почти как вот. Армянский Ван Гог, правильно, Марат? Да. Или кто там, Пикассо? Сережка, ты такой смешной. Серьезно? Очень смешной. Да ты что, в кабинете? Вроде бы приехали. Вроде бы приехали в гости. Да я там лысый, я тебя умоляю. Да, я последний раз, я даже не знаю, где в кабинете сидел. А мы были. Ну да, я померяю. Принесли прямо сюда. Ты что? Катюня? А что ты думала? Ты меня вызвал к себе на планерку. Леночка, два кофе, пожалуйста. Ульяночка. А ну, садись, померяй. Садись. Попробуй в кресле. Это кресло удачно, садись. Да. Это на удачу села? Все, и будь тебе счастье. Обалдеть, шикардос. Загадывай желание. А у детей все быстренько. Раз, два, и все. И по-любому сбывается. И чтобы у всех детей все сбывалось. Ребята, будь добру. Ну мы когда в Израиле были, там, знаешь, у меня вкус другой немножко. Ага. А здесь вот этот именно конкретно более сладкий, вот этот. Что это? Чебрец. Ох, чебрец, ничего себе. Понюхай. С ума сойти. Запах, который стоит, это чебрец и шалфей. Вот это, чебрец, это шалфей получается. Чай завариваете? Да, чай завариваем. Мы на этом и живем. Вот шалфей вот это был. Вот этот запах от него получается. Красиво. Красиво. Очень красиво. Здесь хвойные в основном. Да, это хвойные, вот это все пахучее. Вот этот, который тоже вот я вам советую туда. Как он называется, да? Горный кипарис, по-моему. Он такой именно, вот от него он дает именно, особенно когда влага, он выделяет какие-то масла, и туда все. Ну, она даже так вот проведет. Вот. И он аж, кстати, лес такой. О! И траву сам все. Да, тут все. Арсеньевич, давай всех сюда, вот тут вот. Побуркайтесь, там все. Трава чистая, никаких ключей, ничего нет. Мы же обработали. Хорошо? Да? Мягко? Смотри, ангелочек на траве. Не-не-не, Ульяночка, эту травку не надо рвать. Можно, ну... чего? Если хочешь, рви, вообще проблем нет. Сейчас... Меньше косить. Она такая звезда, что она сейчас и дырку сделает. Да? А ты вблизи сняла, да, вот этот самый? Инжир? Да, посмотри, какой красивый. Ой, как много! Их очень много, с ума сойти. Вот это еще недели две, если я буду в Одессе, то я обязательно вам завезу. Это недели две, он уже поспеет. Но мне кажется, что это какой-то сорт особый, да, который плодоносит у нас. Вот это конкретно королевский. И там тоже есть? Да, и там. Но тут мелкие, но этот именно такой... Вкусный. Большой и сладкий, да. То, что мы любим. Здорово. А здесь был еще один жир, но я выкопал его, получается. Он... Падает плоды и портит газон. Я выкопал и два кипариса такие вот, получается, сделали. И гранат был. Кстати, в прошлом году кушали. Ну, пришлось тоже выкопать. Колючий. Колючий, да. Младшая укололась, я ребенок важнее, как бы. Решил его выкопать. Долголетие, давление. Катя, вот такое дерево вы должны посадить. Да, что это? Японское. Клен какой-то? Нет. Ингобилоба. Очень хорошо. Да? От сосудов, от всего. Тоже пить? Да, его пить, особенно в дорогу берете там, допустим, куда-то. Ничего себе. Один это заварили, два дня энергетика.
Или ты не. Кому как, да? Что? Оператор? А. Кадр. Камера, мотор. Камера, мотор. Кадр пятый. Подожди, нет. Дубль — это то, что сначала кадр снимается, а потом дубль, да? Все, давай. Оператор? Да. Кадр пятый. Блять, рот заговаривается. Тебя что, залипло, Сереж? Оператор? Оператор? Вы там, а куда, вы в огород ходили? Да. А я пока ребенка укачал. Спит маленькая, все хорошо. Кадр пятый, дубль первый. Камера-мотор. Смотри, какой огород. Ёлки-палки, одни камушки, и почти ничего лишнего не растет. Обалдеть, еще и голуби. Шикардос. Марат. О, Марат. О, Марат. Давайте уже кормите. Идем, я уже готов. А то что-то вы полдня ходите. Классная штука. Кадр дубль. Мотор. Так, это есть. Что, у меня уже все готово. Давай. Вот это да. Вот это хоровац. Маратик, я предлагаю вот так вот здесь по-легкому что-то... Ничего, быстренько запечем овощи, им же много не надо, так что именно шкурочка отходила, и будет нормально. Но это совсем другой рецепт. Короче, я предлагаю помидоры на шампура кинуть. Все остальное, как ты любишь, правильно? Давай. Ай-яй-яй. На кабанчика? Да, сегодня о главной роли, ребят, кабанчики собственной персоны. Сколько? По три хватит. Мараджан, а ну смотри соотношение. К баклажанам всего остального регулирую, сколько надо мне там чего добавить, потому что ты знаешь, что я такой могу и все пожарить. Я думаю, что в одинаково мы этот большой оставим. Кого? Или ты хочешь именно большой? Ты что, не смотрел мое видео с базара? Я с него и начал охоту на этот шедевр, елки-палки. Ну посмотришь, ты поймешь, что его надо в первую очередь жарить. В первую очередь жарить. Что? Ладно, короче, что я спрашиваю? Да жарь тогда все. Помогай, да. Кидаем это вот так вот сюда, прямо на костер. Кидай перцы, закидывай баклажаны, а я зашампурю остальные помидоры. А шашлык из помидор бывает? Все бывает. Вот чистый из помидор? Да. В Израиле делают такие мелкие помидорки, насаживают с мелким луком целым. Быстренько жарят и бас-бац, и готово? Да, тебе шашлык. Ты шо? Так у нас то же самое, как в Израиле почти, даже немножко лучше. Я тебе говорю, ты что, вот эти вот гиганты взял тоже на хоровац? Это на салатик просто. Ладно, все, оставляем, да? Да. Тогда давай я буду жарить остальное. Ай, бомба, ракета, сейчас начнется все просто очень быстро, очень быстро. А мясо? Ай, хотел тоже мне мозаика, хотел посередине, ладно, ничего, так тоже красиво. Так, это вот сюда, перец джан. А пока мы будем заморачиваться уже салатиком, да, там надо почистить, что-то там послушать. Армян, как это делается. Будем жарить мясо, все будет нормально. Ой, шикардос. Не, хорошая знатная печка. Да? Да. Удобная. Не буржуйка, конечно, Сереженька, не буржуйка. Катюня, ты меня этой буржуйкой, чтоб ты, я тебе говорю, елки-палки. Ну что ты, ну во дворе это красивее, чем дома сидеть, правильно? Ну, домой принеси дрова, а потом по этот. Что? Про двор ничего не говорю. Планирую, я тебе говорю, что во дворе у нас хочется. Будет плюс-минус вот такая. Хорошо, Сереженька. Тебе надо обязательно смотреть на костер через окошко, так я сделаю тебе какую-то здесь защиту стеклянную. Правильно? Вы фантазеры, у вас полов дома нет. Они мечтают о печке. А, печке, тоже, елки-палки. Молодцы. Ой. Так ни полов, есть. Ни окон, Марат. Ни полов, ни окон. Ни горшка, ничего это нету. Правильно. Они о буржуйке мечтают. Ни туалета, ни ванной. Ну ничего. Зато как мы заморочились, а? Все будет. Все зато будет. Как мне, мы заморочились. Он мне обещал в воскресенье отвезти меня плитку посмотреть. Ай, брешет. Как брешу? Я хотел мы же договорились. Вообще... Я хотел с тобой дома провести время. Ну вот и проведем вместе. По магазинам. По ресторанам, по ресторанам. А там цыгане, а там гитара. И что бы я ни делал, выбирай любую плитку. Ай-яй-яй. Блин. Не попадешь в рай. Да. Короче, надо там и плитка надо, и все надо, и то, и это. Что мы будем делать? Скажи мне, что спаржу сырую погрызем? Нет. Ее же надо подварить, ее надо запечь. Надо подварить, а потом
на сковородочке. Или так, понимаешь? Я не знаю другого рецепта. Я люблю так чуть-чуть приварить. Эй, давай по-братски. Смотри. Мы ее оставим, может быть, на... Смотри, один Армену, один тебе, один мне. Хорошо. Все? А я вам расскажу рецепт, и ты дома жене исполнишь. Не надо. Завтра мне исполните, Марат. Воскресенье, после плитки. Давай. Хорошо. Подождите, завтра вы что готовите? Чакапули? Чакапули. Вот и мне спаржу сделаете. Чакапули. Вообще без проблем. А? Вот Соша сказал, делай, я выходной. Извини, что я наломала твое воскресенье, Сережка. Не надо ко мне задом поворачиваться. А может, я людям подтяжки показываю? Избушка, повернись ко мне лицом. Лесу задом. Выдор Марелучика. Герафонт, Альвансо, смотри, что происходит. Они уже прямо лопнули. Хочешь, разневая, хочешь, не надо. Делай с ними, что ты хочешь. Короче, уже почти под... Ой-ой-ой. Слышь, хорошо жарит эта печка. Слышь, жена. Армен, брат, да, хорош. Посмотри, ни копоти, ничего. Посмотри, хороший как, построил. Как а потому что сделано. Есть зуб. Что? Зуб. А что такое зуб? Это не то, что ты подумала. Ну, я в первую очередь. Зуб – это вот та вот стенка, вот эта, видишь, под градусом. Ага, вот если ее ты неправильно сделаешь, да, то дым будет тебя валить куда угодно, даже через трусы. Но если сказал, градус... Что у него здесь, извини, что перебил. Не, говори. Можно подвешивать казан. Все, да? Есть приспособление. И прям готовить к казане. Мы уже приглашены что-то сделать в казане здесь. А это так армяне? Этот, который вы сказали, больше никогда варить не будет. Это скажите мне, это хаш. Армяне вот так вот аккуратненько зовут на хаш, понял? Ай, брат, приходи, все есть, казан висит, ничего делать не надо, просто копыта почистишь и все. Хаш летом... Ой-ой-ой, ничего себе. Ребята, у вас спецсестра. Шалом. Ульяна, куда ты полезла? Все, нет, мы скажем, что во рты сказала, да. А я уже снимаю, я все вижу за вами. Я знаю, когда камеру включить. Ладно, ты не хотела, но говори. Короче, есть секрет. Мы с Маратом думаем, куда сейчас горячие овощи, воду, туда-сюда, во рты подходят. Аккуратненько, ребята. Возьмите миску, налейте воды, добавьте соль, и только после этого туда махните горячие овощи, правильно? Да, баклажан, баклажаны. Да. Баклажан делает что? Горечь. Снимает горечь. И все остальное... Вот ты уже недаром заехали, Катюня, конспектируй. Бери соль. Да у меня помидоры тут уже потеют, посмотри, что происходит. Ай-яй-яй. Смотри. Баклажан какой. Тьфу-тьфу. Марат, смотри, хотел королевский этот. У тебя что, на него планы были или что, елки-палки? Да, хотел. Я тебя умоляю, оставь покой, я тебе еще такой найду. Я думал... Армен дал погонять. Икру по-одесски сделать из него. Тадын-сидын. Ну ладно, купим новый. Да сделай, оно только начинается. Вся эта красота сейчас в Одессе, он захочет на базар, уходить не хочется. Просто хочется ходить. Но мы же не просто ходим, мы еще и покупаем. Ах ты шо, перцы. Аромат такой именно хоровацный. Так а шо, мы поговорили, давай соль. Все, я наливаю воду. Это вот сюда, это на салатик это пойдет. Ого. Катюня, это как генеральная репетиция. Перед? Чакапули? Да нет, перед тем, как мы будем делать у нас. Как она хочет чакапули. Да будет я чакапули. Делай уже ночью один раз чакапули. Да это я уже, ё-моё. Не работает, Марат. Чакапули есть чакапули. Нет, я хотел сказать другое. Чакапули это медленно томится, да? Да. А у меня не получается медленно. Поэтому добавляю да, соль. Ясно, короче, да. А что, на глаз? На глаз, конечно. Больше, чем надо, не возьмет. 100%. Это как селедочка. Сколько ни макни, а все равно все будет хорошо. И немножко от липована. Закрывай, потому что язык. Давай, да, закрывай. Тихо, я на тебя ляпнул, но ничего. Все будет нормально. Ты теперь и на себя ляпнул? Пусть растворяется. Ай, помидоры. Может, будешь пока нанизывать? Кого? Мясо? Я могу, да, сейчас стану нанизывать. Уже. Да пусть немножко помаринуется, у нас же надо есть время. Куда вы торопитесь? Вы в гостях и уже приехали. Ну все. Ой. Я не хотел. Что? Ничего. Айда. Сейчас я тебя оседлаю, Сережка. Да выговариваешь тут мне. Слышишь?
Да, да, я же от любви. Посмотри, как там это поднялась курочка, такая красивая ротик открылась, угу, видишь? Угу. Сказка. Армянская в Одессе. Аромат сумасшедший, да? Словами не передать. Так уже и просится в соль. Ох ты шо. Перчик толстостенный, так что мы с ним немножечко поиграемся. Чуть-чуть дольше попечем, правильно? Да, да. Я помидорки уже помидорки. Праздник какой-то. Еще чуть-чуть и можно снимать. Все, давай я еще одну сторону сейчас сделаю вот так вот. Культурно. Ну как все сделано правильно, а, Серега? Просто одно удовольствие, да? С любовью, да. Просто сказка. А нам, Боженька, спасибо, видишь? Помогает, посылает. Это липованчик. Смотри, запоминай, повторяй. А, шикардос. Главное, не забыть, Сереж. Да, слушай. В любое время можно Кармену. Даже без звонка. Чая попить. Вот ты шо. Из услышанного важная информация. Передаю из армянских уст. Помидоры в воду не надо. Помидоры вот так вот и на весу чистятся. Каждая капелька сока осталась тоже. И вода к ним не прилипала, потому что мы едим не воду, а именно чистые овощи, правильно? Это все. Вода с солью, это именно для синеньких. Смотри, прямо все условия. И говорят, ребята, вы, конечно, молодцы, базар сделали хороший, купили вот такой баклажан, но мы берем длинненькие и узенькие, и пекутся они легче, и чистятся они поинтереснее. Все, мотай на ус. Я в курсе. Так, я хочу сказать... Смотри. Да подлиннее, да поширше. Катя, ты не путай меня с собой, елки-палки. Смотри, какой он стал уже, Марат. Прямо, батут. А ну-ка, Катюня, займи позицию. Водичка солененькая. Вот она, солененькая. Сейчас чуть-чуть отольем и будем подливать. Я уже буду носить. Да, просто сказочные. Так вот. Опача. В соленую воду. Все, а пока мы это почистим, у нас уже и перец дойдет. Ай, Марат, как я сегодня? Ну таки в гости собрался. Да. Весь в белом. Весь праздничный. Ага. Марат дольше меня собирался. Серьезно. Так это мне Катюня утром говорит, слышишь, что ты как шалопай, елки-палки. Мы же в гости едем, оденься. А я по привычке прыгнул в то, что вчера носил. О, шикардос. Что, начинаем чистить, правильно? Да, сейчас. Давай, все, я здесь перец покувыркал, пусть он допекается. Помидоры еще горячие. Горячие. Ну, хочешь, начни с соленой холодной воды, а я займусь помидорами. Здравствуйте. Эй, руки. Братик, салют. Серега. Я знаю. Ага. Извини, рука мокрая. Марат. Я слышал, там вы из это постоянно к вам маршал там заезжает, да? Алиночка, да. Так что. Я там видел, как вы там готовите. Она к нам не просто заезжает, она еще наша кума, так что все там нормально. Юра заезжает, платит. И Юра заплатит. Все нормальные заезжают. Все стане родственники. Все, да, как это. Все нормальные живут в Одессе, короче, недалеко от Армена. Так что, братик, мы тут чухаем дальше. Слышишь? А ну набери Алину. Может, ей делать нечего, может, она уже все фурики пошила, так мы... Ты же не против? Нет, не против. Набирай. Да, Алина нормальная. Наоборот. Алина нормальная, да.
Помидоры. Ну, это... Нарезанные. Резать, да? Да. Вот да. Сейчас так вот. Опля. Так, Сонька, Сонечка, сели свои перины. Варты контролируют там вашу работу. Все нормально. Главное, не мешай. Не-не-не, ты подсказывай. О, а. Чистенько. Обли духами пышную кровать, а какое горячее. Подожди, не руки, еще 5 минут. Все нормально, я у меня порядок, у меня полный контроль. Эх, а давай попробуем. Ты что, мышонка доедаешь или что? Катюня. Он может доску перерезать. Да, да, да. Не, она же такая, что снимает. Мы же ехали-ехали и с собой ножи не взяли, ну ничего. А что тебе? Хорошо. Я вообще хотел, извиняюсь, дико. У меня же есть деревянный обалденный нож специально для этих овощей. Забыл. Память липованская. Слушайте, докормите вы уже нас. Долго давай, церемониться давай. Вот здесь вот. Уже все там 3 раза. А что 3 раза? 3. Я уже почти готов, у меня уже даже почти шашлык. Марат, я хочу это видеть. Что видеть? Как он будет резать? Слышишь? Единственное, что я буду шуметь, ребят. А доска точно музыкальная? А ну дай я спою. Есть город, который я вижу во сне. О, если вы знали, как дорог у Черного моря явившийся мне. Цветущий в акациях город. Цветущий в акациях город. Я бы сказал, армянская у Черного моря. Эхо, елки-палки, ты шо? Так. Ай, вах, шашлык. Сейчас соседи подумают, дятел завелся. Армен себе дятла купил. Главное, чтобы он Миланию не разбудил, пока тут... А мне кажется, она уже не спит, я заглядывал ножками, что-то там барахтает. Эх ты. Да ну лежит ребенок, отдыхает и балдеет. Наверное, Марат. Нет, не выдумывай, все нормально, она если спит, ее ничего не беспокоит, как меня. И как вам такой катаной работать? Это катана? Я не знаю, что это, но это классно. Это не катана, это мачете. А чем катана от мачете отличается, ты знаешь? Да. Чем? Формами. Катана? Это как гитара и скрипка, да? Есть танта. Эй, Катя, давай не об этом. Давай. Тебе, Серега, интересно? К Сереге на привоз, он тебе расскажет, покажет, даст попробовать. Мне просто интересно было. Все, за ножи. Ай, вах. Ты сегодня шо, первый я раз сейчас уже... подтяжки белые одел? После этого хорваться да. У меня будут такие бицепсы. Тяжелый, классный. И как у нормального армянина. Смотри, как удобно сосешь. Ты шо, Марат? Я обалдел вообще. Обалдеть, мечта. Ничего не капает. Сбывается. Так ты можешь немножко даже себе, если ты под углом поставишь вот так вот, ты будешь рубать, и в принципе и пузу есть место. Не надо, Марату, про пузо говорить. Миланя проснулась. Я ничего не говорю. Я похудел на 3 килограмма. А что, по нему не видно? Что такое? И под это дело еще постригся. Все писали такой живот. Ребята, комментарии работают. Сегодня с Давидиком стали на весы. Так и 3 килограмма в минус. И он тоже минус? А вы вдвоем стали? То я думал, и у него минус? И у него минус. Ничего себе, у вас там аура какая-то. Возьмите меня к себе. Ты спросишь, или весы не поломались? Нет, проверяли на Валере. Все нормально. Бац. И у меня бац. Ай, молодой какой, пахнет огородом прямо. Нашим. Нашим. Я там посадила чесночок. А у нас, кстати, скоро. Уже пробивается, да. Скоро будем плоды собирать, Сережка, по осени. Будем, любовь моя. Научишься закрутки делать. Я умею. Видишь, ни капли сока не пропадает. Ты все тоже умеешь? Да, это ладно, оставь этот огород в покое. Посмотри, Марат тут не может нарадоваться. А? Вот это тазик. Вот это да. Вы довольны, Марат? Я счастлив. Так, я тоже молодец. Пойдем. Огурец. Пицмажем.
Вот сейчас начнутся именно ароматы армянские. Все, по чуть-чуть, там еще одна партия осталась, будем кушать, как в Турции, правильно? Горячий, этот съедим, свеженький. Потом тот пожарим, да? Совершенно верно, конечно же. Ура. Ну да, вот тебе и ура, мы сегодня выходные, никуда не торопимся. Не, ну кабанчики именно молодцы. Приятно с такими иметь дело. Мараджан, я, может быть, тоже что-нибудь могу делать? Попробуй. Доска есть, нож лишний был, вижу, есть. Я могу лучок врезать. Нет, давай что-нибудь. А, да. Не, я хочу чищу чеснок. Правильно? Все, по-братски. Чеснок. Тут есть что делать. Что Варты говорит, зелень кладут всю, кроме... сильно яркой. А в нашем случае, что у нас яркая, здесь тархун. Тархунчик. Тархун в прикуску. Тебе помочь? Кинза. Петрушка, укроп. Базилик красный. Все идет. Помочь что, поснимать? Чесночок почистить. Катюша, ну давай. Накрыла съемка медным тазом, конечно. Ну давай. Хотя, с другой стороны, делать свое дело, правильно? Угу. Каждый должен делать свое дело. Ну это же общенародное стало, да, такое блюдо? Блюдо? Да, уже... Братик, у нас любое блюдо, что мы готовим, сразу становится общенародным, да. По всему миру. Сколько людей нам присылают видео, фотографии, блюд. Поэтому общенародные. Ого, как вы тарабаните. Кто кого перестучит, как дятлы. Она и тут ущипнула нас, понимаешь? Та гонит, елки-палки. Без остановки. Я любя, мальчики, любя. Ничего плохого не подумайте, просто это так и выглядит. Ай, вах. Посмотри, какой. Не сжег ты, Сережа? Шикардос. Нет, это тут лучок, это нормально. Ага, хорошо. Да я знаю, что ты не сожжешь. Хотя... Да не хотя-ка, снимай просто. Что ты за человек такой, елки-палки? Фух, а мне тут очень жарко просто. Вот не снимает нормально. Снимает сразу, какая-то язва в ней вот это вот играет. Так и норовит подколоть. А мне просто нравится потом комментарии людей читать, понимаешь? А, так ты, получается, как будто бы я над тобой издеваюсь. А, я думаю, что случилось с ней, ёшкин ты кот. Была же нормально, а потом раз и поменялась. Как ты со мной живешь? И она такая вредная. Да люди гонят себя, а ты ведешься. Боже, ну давай, боже. Ладно. Ни на кого я не ведусь, Сереженька. Ё-моё. Вот это ты, а что ж я от этой вот ерундой занимаюсь маленьким? Обалдеть, брат, ничего себе, елки ты палки. Ходы. Думал, только у нас ножи красивые, да? Вот это именно орёль? А тяжелый который? А, да? А там, наверное, это как фляжка сделана, нет? Да, ну что-то типа такого. А внутри зубочистка. Фига себе. Слышишь, Рэмбо не с тем ножом снимался, елки палки. Вот это да, нет, таким даже... Жалко в чеснок тыкать. Да? Конечно. Сейчас попробуем. Ты таки нашел применение этому ножу, да? Айрмен, сразу надо было принести его. Чвякает как угодно. Я ж привык к топорику. А тут ножички, слышишь? Вам принесли уже. Вот надо у Армена спросить, где он берет армянскую лепешку. Ох ты шо. В армянской пекарне, Марат, наверное. Ты адрес хотел спросить? Я как спартанец, вот это. Дай-ка мне твой маленький ножичек. Маратик, после такого, что у меня, маленький уже не актуален. Хорошо, да, и прямо сюда. Спасибо огромное. Вот скажи, дуже дякую. Лучок кубиком или полукольцем? Кубиком.
Мелко, понял. Мелко, очень мелко. Чтобы жевать было легко, почти проглатывая. Слышишь, так он же по-другому его строчит. А, ты уже все перепробовал, Сережа. Ну да, а что, человек, тебе даром принес? Играешься тут по полной. Смотри, шашлык не прозевай. Ай-яй-яй. Одним нарезал, другим чвякнул. Тихо, не переборщи их чесноком. Марат, у нас там столько овощей, что все будет нормально. Все, готово. Эх ты, что там? Ай-яй-яй. Вот чем хороши вот эти вот печки? У тебя нагревается кирпич, и жар тебе уже почти не нужен. Угу. Поэтому жар уже можно потихоньку раздвигать. Уже будет жарить его кирпич. Готово, Сережка? Эй, Катюша. Сережка. Прямо входит и выходит. Конечно, готово. А ну, покажи. Сочно. А что тебе показывает? А давай я буду снимать. Как входит и как выходит. Да, давай буду снимать. Снимай. А ты не любишь этот звук? Нет. Ну, этот еще куда не шло? Главное, чтобы не скрипело. Сбить. А! Марат? А, ты видишь, как правильно... Как... Снимать? Нет. Да, да, да. Как правильно подается, ты понимаешь? Это все закроется, и шашлычок останется... А самое вкусное что? Это вот тот лаваш. Ай-яй-яй. Это не каждому фраеру достанется. Договоримся. Не зря же говорят, последний кусочек лакомый. Ага. О, кинза моя любимая, Марат. Да тут такое вообще переплетение ароматов, что можно аккуратненько немножечко и отъехать. Главное, чтобы ненадолго, да. Ай. Мараджан, будешь пробовать или сразу поверишь? Я верю. Все. А я бегом снимаю и накрываю. Что у тебя там, покажи, ты людям что-то там настучал что, тут. Сейчас вот все это... Соседям покажи, что ребята, мы здесь не долбили, мы здесь готовили. Сейчас перемешаем, будем пробовать. На соль, на перчик. Я бы еще, конечно, немножко этого... Кого? Бомбонеро. Хабанеро? Да. Попробуешь его лично ртом? А сюда не, не? Не, сюда не надо, и тут же будут кушать дети. Так, что? Лепешкой. Да, в лепешку. Он взял уже, все нормально. Нет, да мясо что ты думаешь, не взял. Ты его учить будешь? Да с мясом ты да будешь кушать на берегу. Он без мяса ест. С мясом, с мясом? Нет. А, просто? На. Угощайся. Зелень, короче. А, только зелень пока? А, ты что, перекинь? А ты что, снимаешь? Учись, как надо кушать. Марат? Блин, почему я не армянин? А что, ты никогда не поздно. Приятного аппетита. О, завернула. Так, это я накрываю мяско, правильно? Да. Ай, подожди, стой. Уже лаваш там, пусть лаваш будет и здесь. Правильно? Чтобы вкусного лаваша было больше. Армянский лаваш видишь, вообще... Лаваш? Просто обалдеть. Армянский, его и без шашлыка вкусно кушать. О, все, пусть настаивается, запаривается. Марат, тебе сделать шаурма зеленая? Нет. Ты будешь? Ты будешь сделать тебе, как дети кушают? Зеленью. Смотри. А что ты любишь? Укропчик. Чего ты? Это будет очень вкусно, ты обалдеешь. А петрушку будешь? Давай, я буду. Давайте, Катюня. Давай, я тебе сделаю. Мне? Делай мне. Тебе, а потом маме. Эй. Марат, помоги. Марат, вот так вот. Мою... Сейчас дам. Все нормально? И, Катюня? Да. Тебе тархуна? Можно. О, смотри. Проснулась. Проснулась, да. На, приятный аппетит. Вот, спасибо. Угощай тебя? На. Кто у нас проснулся? Кто проснулся? Вкусно? Кто проснулся у нас? Ммм. Палец можно вверх поставить? Кто проснулся? Это Витя был просто. Нет, это чисто мамина дочка. И что? Все нормально, ноги кверху, мы проснулись и капризничаем. Кадр дубль, мотор один. Проснулась.
Вон папка, смотри, папка. Давай, две секундочки, сейчас надо ее, опача, поставить. Все, разворачиваю ее к людям. Да не расстраивайся без тебя, мы шашлык не ели, все нормально. О, все здесь? Доброе утро. Не, нет, ты же, скажи, традиция какая? Ага. Шашлык просто в рот нельзя брать, так, и что надо сделать? Вообще все собираются, когда уже приготовили мужчину, да, и ага. Вот разливают, выпили, это уже, значит... Вечер удался. Вечер удался, да, получается. Но мы... По 25 для аппетита, правильно? Да. Маратик, вот так вот. По чуть-чуть. Кстати, давай, я давно не слышал. А есть что-то короткое? Вот в Израиле говорят, отвеет мейнстрим. Братик, давай, тебе мне. Лучше, как бы, не по-армянски, а лучше, чтобы все поняли. Самое главное, в сегодняшнее время, это чтобы было чисто небо и мир. Да. А все остальное здоровье, оно будет. Чтобы всем людям, то есть, без по-любому. Исключения, это однозначно. И чтобы люди оставались, как бы, людьми. Вот это самое главное. Человеческое вот это качество, чтобы они никогда не теряли. И мир. Это самое главное. А все остальное, как бы, оно... Все, добиться. Будь добро, все остальное дай бог, будет остальное. По-любому хорошо. Ребята, будьмо. Крепкого здоровья. Что, а ну? Нет, там... Давай, рассказывай, показывай. На правах хозяина. Да? Ну, глаз, да? Так. Зеленуха, там все дела, вот тут уже нарезанная есть. Помидорку сейчас врежем. Хоровац надо доделать. Так хоровац, подожди, сначала традиции, Марат. А потом и хоровац сделаем. Да, братик, угощайся. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот что есть? Это твоя печка так готовит. Мангал. Мангал, да? Да. Чипа, это взял себе, да? Вкусно, да? Еще зависит от повара, да? От печки. От мангала. От традиции и гостеприимства. Спасибо огромное. Кто снимал, зависит. А, от нее все зависит, от оператора. Катюня, твое здоровье. Дай им же попробовать. Пауза. Нет, снимай. Блин, там... Базилик действительно красный, он все приукрашивает. Вот и знает. Сейчас я Катюшке сделаю вкусно. А ты мне лучше кинзочку, чем укроп туда засовывай. Ладно. Я даже знаю, как ты рассуждал, как красиво он готовит, да? Да, карасей так делал, чтобы пальчики были. Дай песню. Еще не попробовал. Братик, заезжай в гости в любое время. Спасибо. Караси всегда в наличии. Иногда надо спорт разбавлять удовольствие. Было поздно, завез 4 штуки. Я думал, просто там попробуем, уже поздно было, да, чтобы поздно не кушать. Это когда мы на чай заехали. Да, вот эти все 4 ушло. Это уже было плохо, хотя для меня режим соблюдается, но... Я просто смотрел, когда он... Показывает, где он готовил, да, там или вот карасе там делал, потом еще там какое-то, я не помню, какое-то там еще он водил, казане такое. А это мы с Маратиком там уже столько исполнили. Такое красиво там делал, такое. И прям уже смотришь, даже уже смотришь, что снято, да, и уже там слюнки такие. Вот так, так классно. А завтра будем готовить чекапули, так что милости прошу в гости. Это баранина, да, там ленная в зелени именно. Там как говорят? Много-много зелени и баранина. Спасибо большое. Как говорят там, мясо и пена? Альберт знает. Альберт, пиши комментарий. Короче, будет вкусно по-домашнему. Да, уже делали, всем понравилось, и все просят. Тем более сейчас марабелька зелененькая растет. Да. Ткемали. Марат Джан, давай, что ты. Он говорит, что вы все перекалечили. Я хотел здесь перемешать, потому что здесь в этой емкости удобно. Понимаешь? Правильно, здесь это мешай, потом вот она уже. А заправочку мы сделаем. А заправим мы в мисочке домашней, конечно же. Снизу вверх, ай, аромат, уже боже знаю, мой. Я знаю, что мне скажет сейчас супруга Армена, что ворты, мало, да, мало зелени. Я уже понимаю, что мало зелени. Да уже отдали бы. Они еще не знают, с кем связались. Ты же у нас такой, что просто именно аптека по нему плачет, чтобы ты понимал. Только грамм в грамм. Листика лишнего не даст, но получается вкусно. Не, я уже вижу, что мало зелени. Там мы добавим, у нас ее посадить сколько? Да, зелени хватает. Да. Может, вас уже отсюда прогнать? А чего, Катюня? Вот туда за тот стол? Чтоб ворты доделала, а то вы так долго здесь колдуете над этим салатом. А я знаю, что Марату надо сказать. Марат, ты пока будешь долго колопуцать, долму съедят. Все,
Бегом давай. И он сразу начинает. Долму. Он говорит, я не пробовал, но я в предвкушении. Очень вкусная, очень. А ты уже попробовал? Да, ты что, ты не понимаешь? Да ты не понимаешь, елки-палки, там все виноградники всего мира вот в этой маленьком рулете собрались. Вам Варты принесла уже пиалы. Что? А Варты, проходи, не стесняйся, все нормально, давай. Варты, я хочу, чтобы ты сейчас заправлю. Чтобы шикардос, вот вообще именно. Мне кажется, мало зелени вот. Было. Жар держит, самое, это самое главное, чтобы она тебе курить, в лицо не курила. Да, вот да, именно да. Зуб выполнен, ты мне дашь контакт, кто это исполнял, так что буду повторять. Идеально, идеально. Все, тяга курит, все нормально, да, лишний огонь не высасывается, все порядочек. Ах, Сонька, Сонечка, стили свои. Марат, ты главное давай не забыть попробовать нам с тобой хабанера. А вот так вот. Боже мой, все. Я только что испугалась. Чего? Думала, а что, последний раз показываю? Не, исполняет. Все, ты же не солил, ничего не делал, ничего что? Еще. Соль, перец, жареное, вкусное, масло. Ты что, оно пахнет прямо через бутылку? Я сушу руки, чтобы соль не прилипала. Марат, я так внюхал, посмотри. Вот это ноздри, Катюня. Вот это ты грязнула. Маслобойка, прямо именно размазать все. Солим. Лучше крем. А ну, давай. Это точно не сахар? А нарисована клубника? Соль. Все. Я думаю, может, чуть-чуть больше, не? Сейчас, ты не хочешь переборщить? Не мы будем пробовать, а профессионал. Ну да, мы же под чутким руководством. И тут все, Марат, залипают и ждут уже. А мы хабанера не кладем, значит, мы немножко вот этого перчика, да, присыпем? Черного? Да. Да если бы даже у нас можно, не было хабанера, это обязательно. Все, мне разрешили. Не разрешили. Вот это я масло понюхал, теперь пахнуть будет мне все время. Ну, да. А, приятно. Сейчас помешаю. Там же и так такой запах вкусный. Да, любовь моя? Повезло мне. Ну, в Армении вообще ни один слой без этого не обходится. Это... Оно, во-первых, и полезно, начнем. Да. Слышь, мы как будто бы на парах, елки-палки. Профессор исполняет, все остальные студенты залипают. Все. Там все есть, и главное, хорошо перемешай качественно. Елисей, помоги ей. Ой, какое масло пахучее. Ульяне, помоги. Тоже с Армении. Пожалуйста, попробуй. Барабанная дрожь. Марат Джан. Да, что надо добавить? Идеально. Все. Серьезно? Соли. Мне кажется, нет. Нормально. Зелени хватает. Все, вот все. Чистая ложечка. Братика, ну давай. Тут все, да-да-да-да. Эксперты. Ульяна хотела сказать. Да, все идеально. Мне чуть-чуть бы соли, но если ты сказала нет, значит нет. Ну давайте, как вы скажете. Может, чуть соли, да, чуть-чуть. Да? А я изначально говорил, но я не хвастаюсь. Добавь, конечно же, да. Глаз алмаз. Да я всегда шмаляю как надо. И чуть-чуть отлипована называется. Да, да, и немножечко, да. Нет, чуть-чуть соли и все. Но там даже эти пахнет. И все равно какие-то минут 5-10 он должен отдохнуть, да, пожениться, перемешаться, пропитаться маслами. Только после этого будет шедевр. Тебе понравилось. По зелени все. Не надо добавлять? Моя все? Душа теперь спокойна. Ура! Что? Мешайте, говорю, мешаю. Марат, мешайте. Снизу вверх. Снизу вверх. Вы уже посолили? Уже посолил, да. Кому мало до соли. Марат Джан, ты помнишь то видео, когда я с оператором спорил банку арбузов на спор лупил? Да. Вот это я сейчас могу закуситься с оператором, только поменяться ролями. Я снимаю, а она гасит. Так. Она и съест это, Катя, все, это настолько любит. Что он будет делать, если ты съешь это? Еще один приготовлю. У нас же остались помидоры, спаржа, там все, что есть, то есть. Ой, чудо сладкое. Печенька. Короче. Вкусная такая у нас, печенечка вкусная. Ну что, я буду нашампуривать вторую партию шашлыков, да, будем кушать потихонечку. И что, идем кушать? Ну, конечно. Все, вот хозяйка, потом ну пошли. Можно. Все, пошли. Все удалось. Марат, ай, гуй, что? Эй, ты, е-ха. А это под что? А, Марат, тут это надо... Что, красиво это было? По традиции вот так вот надо. Блин, все, вываливай сюда, вываливай туда. Я не смогу. Все, стой рядышком. Катя.
Я на этих девушек ничего ложить не могу. Выкладывать, класть, как это правильно? Пустите во рты. Слышите, я что хотел сказать. Мы дадим тебе эту тарелку, ты будешь вылизывать этих девушек. Усами прямо аж туда, короче, лохматить, и все будет нормально. А я пока на твоих девушек вот так вот аккуратненько. Такое же, такое же блюдо не в западло, елки-палки, аж бегом надо. Ты а шо? Как я буду любоваться такими красотками? У тебя будет повод быстрее добраться до днища. Вкуснятина, видишь, вкуснятина, это нормально. Так, все, первая тарелка пошёль. Маратжан, забирай. Унес. Все, я второй займусь. Марат, а на второй мужчины нарисованы, так что смотри, не перепутай. Не обманывай меня. Блин, такое масло ароматное, ребята. Шикардос, настоящий. Да я недаром сосал ноздрями, что аж резьба треснула, ты видишь? Как с детства, да? Вот? Да. А я вырос возле маслобойки, поэтому у меня аромат макухи и жареного масла именно в крови. Так что, может, меня поэтому комары не кусают? Наверное. О. Просто ты невкусный. А что ты со мной делаешь тогда, елки-палки? Так я ж тебя не кушаю. Да, вот по ванне, где живут, там комары падают. Отпрыгивают, меня не кусают, да. Он поехали, говорят, комары мешают. Я говорю, ты что? Наша, да, Вилковская, Килийская, да, Бессарабский край. Пошли к столу. Самая первая оттуда же. Да. Мне знаешь, понравилось Липованин? Я когда там был, в тех краях, там такая бабушка сама на лодочке плывет, такая лодка большая, а потом берет сама так, выходит где-то по 70 лет, так раз одну руку вытаскивает. Аккуратненько, братик, так они грех. Мы вот сейчас были свидетелями этими. Бабушка. На веслах, и лет 85, там под 90. У нас эти весла называются бабайки. А чего именно бабайка? Потому что всегда у Липован гребли бабы, понимаешь? Мужик за рулем, а баба гребет, да? И там это называют, вот на 0 километр ехали, там вообще там... Это апрель, ну это же заповедник. На фоне горы Арарат, считайте, что мы в Армении побывали сегодня. Все, та ты что, обалдеть именно. Хорвера, вот туда когда попадаешь, а тут ты выходишь как младенец, вот такой... Как Амалаш. Так я понял, почему вам столько лет, а вам и не скажешь. Катюня, нам надо туда, короче, елки-палки. Я там, да. Но у нас горы тоже, вот где я родился, да, Казбек, да, гора там у нас, да. Она по Войно-Грузинской дороге, да, Осинская дорога, да, идет. И там гора тоже, это Казбек здесь. И там тоже снег лежит. Но если мы были несколько раз, и еще хочется. Вот, хочется и не уезжать, да. Но там же не дикий, там даже воду, когда пьешь, вот даже вода, когда идет, вот по Грузинской, там вот Казбек. Где будет стоять Алма, я там буду сидеть. Я пошел туда. Сколько, 90 лет я себе рюмочку, две рюмочки можно выпить. Ну такое, знаешь, по 90 лет в горах плывет и все вот это. Растительная пища всегда. Вот ты кушаешь мясо, там же растительная пища. Да, никакой химии, ничего, никто не ускоряет процесс. Все естественным путем. Ты что, красота. Катюня, сделай на паузу, давай присядем, поедим. А что ты, подожди, давай поедим потом все. Вот это торопится. Мало уже хочешь кушать. Да. О, Марат, специально для тебя долму спрятали, чтобы тебе что-то осталось. Долму кушать. Кстати, пионы рассвели, и они ждали в определенный период. Да, сейчас рассвели пионы. Да, они сейчас везде, это ж Катюня там это гоняется за этими пионами. А красные из нашего сада. Да, это ребята, мы можем аккуратненько похвастаться. Это я уже сегодня уже, я уже стрих. Хорошие, да, такие, да? Настоящие. О, да, что, попробовал долму? Знаешь, почему у нас на канале никогда не будет рецепта долмы? Чего? Потому что мы никогда не сделаем так вкусно, как здесь. А я думал, что потому что Армен никогда во рты не отпустит нам в ресторан, чтобы она показала рецепт на весь этот. Будет повод нам приехать сюда еще разочек. Я нас видел, как готовят. Я пробовал. Мне не получается так вкусно. Это безумно вкусно. Дай бог, чтобы твои руки никогда не болели до 120. Все, я поэтому тоже за это не берусь, потому что даже если начну, все равно в конце получится жареный карась. Угу. Да, каждому свое. Дорога, как говорится, вы знаете, ты не первый раз, поэтому... Все, спасибо, братик. Я вот к тебе вот так вот заезжаешь, чаю попить и думаешь, да ты что, чтоб ты нам был здоров. Слушай, мне иногда друзья, когда приезжают, говорят, ну, вот во рту все время такой стол накрывают. И говорят, а какой сегодня праздник? Я говорю, что без праздника, она, ну, всегда так. А да? Привыкли все повод искать. Не надо, ребята, живите каждый день, получайте счастье, да, будьте нам здоровы, правильно? Вот тебе да. Вот это долма. Все, а теперь можно и сидя, правильно? Да, нормально пища, да. Все, гай-гуй. Оператор снимаешь? Да.
Короче, что я хочу сказать. Ребята, от всей души, с хорошим настроением, благодарочка. Вот прямо именно от всех людей. Арменчик, огромное спасибо. Спасибо, спасибо вам. Огромное. Всего мира за это гостеприимство, дай за это Бог, большое, горячее, черноморское, спасибо. Армянское дай Бог, сердце. Дай Бог мир всем. Благополучие. Да, и все будет нормально. Так что, ребята, от всей души, с хорошим настроением, были сегодня в гостях у непростых, Вася, людей. Да? Замечательных, Марат, я бы сказал. И одесский Липан. Всем пока-пока. Чао!